В Георгиевске задержали закладчика. Подозрительного юношу заметили сотрудники уголовного розыска, когда тот прятал наркотики для своих клиентов. Увидев полицейских, молодой человек попытался скрыться, но ему не удалось. При досмотре оперативники обнаружили и изъяли 25 пакетиков, подготовленных к продаже. Результаты экспертизы показали, что изъятое является синтетическим наркотиком общим весом около 8 граммов. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело.